Вы мне задаете вопрос, а как развивать свою интуицию, как услышать вот этот вот голос своего сердца. И это очень правильный вопрос, потому что на самом деле сейчас и вообще каждому человеку очень важно слышать голос своего сердца. Ни один наставник, ни один помощник, ни один учитель, ни родители, никто не знает, как правильно, кроме вас. Каждый человек, он интуитивно всегда знает, как для него правильно. Приходя сюда, наша душа, она уже выбирает какие-то для себя уроки. Вот. И чтобы нам не навешивал социум, говорил, что это правильно или неправильно, чтобы не говорили нам наши окружающие люди, как должно быть, никто не знает, кроме вас, как на самом деле должно быть, как правильно. Поэтому мой призыв, знаете, как мой месседж, мое послание здесь и сейчас для вас, чтобы вы слушали себя, чтобы вы слушали так, как подсказывает мир, как подсказывает ваше сердце. И даже если тысячи людей скажут, что это не так, миллионы людей рядом скажут, что это неправильно, только вы знаете, как правильно. Идите за своим сердцем, идите за своей душой, потому что на самом деле истинно и правильно только то, что подсказывает вам ваша душа.